8 апреля в 11 часов на площади Республики города Чебоксары пройдет общественная акция «Вместе против террора» в памяти жертв теракта, произошедшего 3 апреля в метро Санкт-Петербурга. В результате трагедии погибли 14 человек, более 40 находятся в больнице. Полагаем, что участие примет около 5000 человек. До сегодняшнего дня поступило множество звонков от лидеров молодежных общественных организаций, лидеров студенческих организаций, студсоветов, которые готовы присоединиться, которые готовы выйти. Терроризм является большой угрозой для каждого из нас. И здесь мы все должны объединиться в борьбе против терроризма.